Доброе утро. Ой, мальчики, так, что у нас завтракать? Каша, овсянку я сварила, или гренки. Я буду кашку. Так, все, мы позавтракали. Сейчас я помыла голову. И идем. Сейчас мы поедем на масленицу. На станице будет сжигать чучело будут. Должна быть военная каша полевая и блины. Так что сейчас соберемся, съездим, посмотрим. Уже собрался с дедушкой, да, дедушка приехал на огород? Да, вечером будем растапливать. Да, вечером будете растапливать котел? А сейчас я что? Я сам буду одевать. Да? А расскажи, пожалуйста, а сейчас ты что будешь делать? Работать с дедушкой? Давай я тебе помогу, ты что-то здесь не так, давай. Так, Афоня остается с бабушкой и с дедушкой, да, Афонь? А Антон тоже дома остается. Это у нас чеснок. Ты пахал? Расскажи, или нет? Да. Да? А я, так как собралась уже, мы с Сержей вдвоем поедем на масленицу. Дети наши не хотят. Сказали, что мы останемся дома. Вот так вот, так что мы едем. Что у нас уже дети подрастают до того, да? Пока мы не это... Что мы уже начинаем сами ездить. Сижу не вдвоем. Все знающие вездесущие. Наших добрых зрителей рад уважим. И концерт их сегодня покажем. Сегодня блины есть всем полагается, потому что сегодня, блин, солнце величается. Уважаемые гости, дорогие наши станичники, от всей души поздравляю вас с праздником Масленицы. Проводим зиму, встретим весну, отведаем блины, запьем чаем, а может быть кто и покрепче. Отважно сберемся по столбу, подарки там прекрасные. Отведаем солдатскую кашу. Повеселимся от души. Но хотелось бы, чтобы вы погромче хлопали и сами приняли самое активное участие. Ведь праздник всегда создает тот, кто хочет веселиться. С праздником Масленицы вас! Поздравляю! Предлагаю нам не спорить, а на деле доказать. Предложу тебе Емеля Ядровиш.
мальчишки погулять. Разрешу тебе команды из мужчин. Ой, давно это было, да и по сей день осталось. Добрый молодцы, собиралась на площади целая, что и померить. Добрый молодцы, собирались все и поприветствовать. Залазь, залазь! Давай, ну куда ты, залазь! Залез! Давай, давай! Девочки, давайте еще раз лайк! А, молодец! Ну все, мальчишки все-таки потекли! Вот это полтавка. Прыгай, 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 давай! Давай, 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 чуть-чуть! Бля, чуть-чуть осталось. Еще кто-то что-то достал. Давайте мы попросим друг у друга прощения. А что масленица будет? Давай, 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 давай. Отдыхай. Последнее. Все. Ура! Мы тут накупили детям котлет. Сельпо. Ты не ешь? Ну что вы тут без нас гуляли? Так ты ж остави пацанам же, хорошо? Вот это все им? Да, я думаю, что хватит. Муана идет. Какой он красивый, этот мультик. Не, вот так красивее. Это такое ощущение, как будто я с этого. Ну, папа, ты же собрался работать. Афонька, ты не играешь? Что ж вы думаете?
ты сдашься же. 6-1. Ты так заводила? Ай, штрафной! Все, я отдыхаю. У нас начался дождь. Я вроде бы только вывесила белье. Потому что ветер прям такой, думаю, сейчас так быстро высохнет. Она-то высохла, но дождик сейчас начался, я быстренько со скоростью света его сняла. Сейчас жду всю Жуню. Я же теперь, я уже говорила, да, в родительском комитете в садике. Мама, что с ним? Смотри, мне надо дочь Вели отвезти. Я не знаю, а зачем тебе? Просто хочу погулять. Да? Да. Можешь отвезти? Ну, папа сейчас уехал на моей машине, сейчас он приедет. И ты меня отвезешь? Не знаю. Отвези меня. Ну, сейчас мы подумаем, хорошо? Ну, отвези. Чего? Отвези. Так аккуратненько, там цветочки в вазе с водой сынок. Хорошо? Что, пахнет? А почему же здесь один папина? Почему один желтенький? Да. Чтобы было нечетное число. Я хочу ее достать. Не надо. Я уже процедила бульон. Посмотрите, какой он желтенький, из домашней курочки. Посолила его. Сейчас буду добавлять сюда картошечку и лук. Будет, в общем, лапша у нас сегодня. Я сейчас буду мариновать уточку. Не знаю, на когда, на завтра, наверное. Как всегда, просто майонез, соль, перец. А вернее, соль здесь чеснок и перец. Но я еще немножечко и сюда тоже поперчу. И сейчас все это руками натру. Заматываю не в фольгу, а в бумагу для выпечки. Не знаю, почему так делает Сережина мама, поэтому мне так даже больше нравится. Так, сейчас немного сюда. Делаем массаж. Натираем это все. Чеснока в этот раз взяла не очень много, хотя мы любим так, чтобы чеснока было побольше. Я бы еще внутрь положила яблоки. Сержуня этого очень не любит. Он не любит все эти сочетания, там курица с ананасами, вот все вот эти вот сладости с мясом. А я очень люблю яблоки и утки. Такая вот эта домашняя уточка. Так, кладем ее теперь сюда. И все, сейчас все руками выберу, намажу, и будет вкуснота завтра. Завтра, наверное, сделаю уточку. А сегодня на ужин лапша должна быть на обед, но так как у нас на обед была масленица. Так, все. Отлично, сейчас еще внутри помажу. Здесь столько места для яблок, просто вообще не знаю. Так, все. Уточка готова. Намазана. Сейчас я все это пищевой пленкой еще раз заверну. Вернее, не пленкой, а бумагой. Нет, сейчас у нас лапша, я уже приготовила, это на завтра будет. Лапша? Уточка. Да, сегодня лапша, я уже все сделала. Так, и все в таком виде отправляется в холодильник до завтра. И завтра сразу вот так вот прям ставлю в духовку, примерно часа на 2 при 180-200 градусов. Сейчас хорошо все помну. Все, до завтра будет отдыхать. Слушай, даже редиска продается, причем такая, знаете, не просто в магните, в пакетиках, а уже прям в пучках, вот местная, поэтому я уже купила пучочек редиски, забыла, правда, сколько она стоит, вымыла, сейчас порежу, в прикуску с супчиком будет. Папа разрешил им в компьютер, так, ты уроки когда будешь делать? Сейчас, мам, наиграю. Хорошо, позовешь, ладно? Да, математика самая сложная. Угу. Монтирую видео.
вчерашнее с блинчиками и с цветами. А дети тут дерутся. Что вы делаете? Не надо ему тут что так на голову давить. Смотрим лучше всех про змей. Всей семейкой. А я делаю пряники. Сегодня у меня 3 кота. Мне кажется, это самые популярные. На 3 годика девочки. Так, все испекла. И теперь будем расписывать белым айсингом. И печатать 3 кота. Все, пряники напечатала на пищевом принтере. Он сразу печатает пищевым красителем напрямую на прянике. То есть пряник залит белой глазурью. И сразу на него печатается картинка. Это переделанный принтер для пищевых именно красителей. Вот все прянички. Так, мой список дел. Сегодня не все выполнила. Но завтра опять написала кучу дел. Надеюсь, что выполню все. Ну что, будем прощаться. На сегодня все. У нас почти 11. Дети уже давно спят. Тоже пошла умываться. Буду отдыхать. Всем до завтра. Пока.